пробежал вперед ногами, правда. Убили меня ночью, зараза. Ладно, я собрал алмазы. Теперь надо найти промышленная дробилка. Вот она. И так, ой, я лопала. Сейчас забываю. Еще надо будет поставить обычную дробилки, две штуки. Угу. Да, поставить надо будет обычные. Так, еда-то хоть испортилась у меня? Не испортилась, хорошо. Порченная еда — это и есть удобрение, кому интересно, в принципе. Я потом здесь, конечно, порядок наведу. Пока, блин, не до этого. Хотя, может, вообще не буду. Основная цель этого — создать обзор для игры. Жопой чуть надо будет делать. Да. Стальная пластина. Вообще, я тебе там стальных пластин накидаю, что ты там... Ты там ничего, походу. А вот я что-то не понял, где у меня вся сталь. Прикольно. Очень приятно познакомиться, осел. Ладно. Занимаемся производством. У меня стальной порошок есть. Ладно, будем делать сталь, что еще могу сказать. Прикольно, однако. Насобирали. И сколько ты там по объему, красавица моя? Ну, не такая большая. О. Ай, как хорошо. Так. Ну, давай тебя отправим мы. Блин, камень отправим. Не, вот, да, офигение. Так, сколько он там потребляет всего? Ага, 78, значит. Мало лото. Ха-ха. Да, еще можно что-нибудь поставить, конечно, но потребляет зверски. Одного не хватит. Здесь у меня сплошные месторождения и жилы, блин. Этот ойл фил мне очень интересует, что он дает. Если мне его поставить, нам что надобно? Давай позыбаем. Рудный жила. Нужна остальная пластина, да это понятно. Oil extraction. Так. Продвинутая электроника. Стальная пластина. Титановая пластина. Ай, ладно, приступили. Так, а вот и центрифуга, блин. Так. Я думаю, когда последний раз я играл, у меня энергии было впритык. Угу. То есть энергия была просто полностью, друзья мои, впритык. Сейчас должно быть так же.
Да, на 20 как раз. Это вот притык энергии есть, да? Да, 98. Работают они постоянно, не отключаясь. Вот да, все работает. В общем-то, обратите внимание, энергии ровно впритык. Именно вот на эту линию хватает. Я вот помню, когда играл еще первый раз, запомнил это, потому что я делал два ряда, кто не смотрел, можете посмотреть. Я вроде делал два ряда, и в итоге вышел прикол, то что я не обосрался на этих двух рядах. Так, мне надо весь хлам сложить. Так, это сюда не то. Так, где у меня это все? Г. Иди сюда, иди сюда. Так, дробилка у нас дробит здесь. Сейчас бетонная смесь, очищенный кремний. Электролизер. Очищенный титановый порошок. Печь. Титановый порошок этот поддопиливает. Отлично. Вообще все постараюсь перевести в свитки. Я восстановлю шаурмуру. Так, ну меди мне хватит по-любому. Пустые бутылки мне, в принципе, сейчас не нужны. Так, давай посмотрим, чего мне еще там не хватает, помимо мозгов. Так, мелких деталей не хватает в любом случае. Мне всегда не хватает. Тут не бывает такого, что их хватает. Хорошо. И нам нужен ойл. Нам нужно топливо. Угу. Титановая пластина нужна, точно. 18, еще 7 штучек, да? Так, ойл-экстрактор потребляет топливо, насколько я помню, если это тот. Один из них топливо потребляет. Рудная шахта или ойл-экстрактор вообще не потребляет топливо, они сами по себе работают. Так что можете даже меня не спрашивать, какой из них. Построим оба и посмотрим. Опять закат. С днем надо было подольше сделать. Давай, 6 и 7. А, погоди, а у меня вроде ойл-экстракторы ставились, я не помню последний раз или нет. Вот в чем проблема была. Вот что-то в упор не помню. Угу. Он не хочет работать. Так, у нас здесь что еще есть? Еще одна рудная жила есть. Можем поставить рядом с ним, конечно. Ух. Рудных жил этих до чертика феня. Проще, наверное, солнечными батареями залепиниться. Вообще валис. И рудными жилами здесь раскочегариваться, как думаешь? Ну, реально очень много рудных жил. В принципе, энергию-то я могу попробовать у них подтянуть один к одному. Здесь я хочу сделать себе, чтобы руда добывалась. А там буду энергию уже колупать. Надо побольше вот таких хрени будет делать. Ладно, сейчас будем экспериментировать. Что нам еще надо построить? Нам надо построить рудный шахта. На нее нет энергии. Так, а я могу построить, к примеру. Что я хотел построить-то? Как эта хрень называется-то? Геотермальный. Так, мелкие детали я найду, титановые пластины сейчас будут. Так, мелкие детали давай сделаем.
Мелкие детали. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не сделаем. Лады. Хорошо. Так, стоп. У меня железо сколько? Ну, железа мне чуть-чуть хватит. Давай-ка сразу. Делается оно быстро. Здесь у нас что? Оно еще штампуется все. Так, промышленным. Это делается титана. Сразу насобираем так, чтобы за глаза и за уши было. Бетонная смесь, очищенный кремний. Так, давай этот делай. Ты закончила, продолжай делать это. Тоже бы не помешало, да? Но титана у меня мало, так что в лес, ребят, и в поле. И теперь давай поставим то, что мы хотели. Еще один геотермальный реактор. Так, порядок. Геотермальный реактор, сейчас еще один будет. Но помимо геотермального реактора, если я правильно помню, мне нужно будет еще... соединить. Так, надо посмотреть, сколько он жрет, во-первых. Сейчас мы построим еще один такой алкалоидный генератор. Так, это у нас билдинг. Не люблю поиском пользоваться, потому что поиск зачастую глючит. Изобит. Так, ингот. Ага. Так, сколько мне надо аккумуляторов? Ну, во-первых, насколько меня хватит. Угадайте, что у меня кончилось, а? Вот не смотрите, вот угадайте. Ай, ялы-палы. Малки, елки, моталки. Так, бетонную смесь выложить. Так, во-первых, надо... Где у нас печка-то? Наработает, да. Надо будет переплавить смолу до конца. В принципе, я могу маленький поставить пока как временное решение, чтобы посмотреть, да? Давай маленький поставим, чтобы не надо все-таки посмотреть, как оно будет вообще, в принципе, работать, потом уже большими обзаведемся. Ну, вот, в принципе, смотри, как хватает хорошо. Так. Может, тут надо как-то по-другому ставить вас, а? И что ты мне там добудешь, покажи хоть. Ох, ёлки-палки. Так, ладно, подождем. Я думал, что-то тут до этого дойдет. Она же до сюда идет. Ну. Так, oil barrel. Я только что вспомнил, на кой черт оно нужно. О, блин. 15 она потребляет, и все? Че, реально 15? Ну, ёлы-палы. Ладно.
Тогда нам надо поставить рудную шахту. Вот здесь. Хотя посмотреть, что за руда нам будет лететь. Пойду делать рудную шахту. Что еще могу сказать? Так, готова наша рудная шахта. Угу. Иди сюда. Работал я одну дробилку, чтобы алмаз добыть. Так, что мне еще теперь надо будет? Нам нужны будут аккумуляторы. Резина, да? Сейчас сделаем. Не проблема. И поехали, поехали, поехали. Где эта хренотень? Не здесь, да? Ага, нашел тебя. Так, на два хватит. Раз, два. Все. Вполне, в принципе, хватило. Пошли поставим нашу первую шахту. Посмотрим, сколько она потребляет. Надеюсь, она... Ну, вроде она добывает алмазы. Точно сейчас не уверен. Надо посмотреть, что с бочками можно будет сделать. Тоже интересный такой нюанс. Так, поближе где-нибудь есть? Будет там поближе. Так, рудное жило. Жила я не тужила. Ага. Вот здесь вот можно разместить почему-то. Так. А... Блин, может я неправильно понимаю, надо от них размещать. Лично как-то пофиг. Я тут за красотой не бегу. Почему ты не достаешь, зараза? По идее же должен. Ну ладно, так поставим. Мне это лично как-то глубоко пофигу. Сколько ты там потребляешь? 60. Значит, он у меня жрет 40, что ли? Ракеты. Да, это значит то, что мы можем это, во-первых, добыть. И, во-вторых, возможно, сюда даже дотянемся, зависит на что. Да, еще одну такую перегородочку и туда можно будет тянуться. В итоге у нас будут два экстрактора. Да ты нафиг издеваешься, да? Ой, ёшки ты мать. Привет. Как дела, красавица зеленая? Это уже любопытнее. Урганчик, значит, да? Частичку медь добывает. Ладно, пусть он тогда там колбасится. Пошли, как мы переработаем кое-что. Надо будет еще один поставить экстрактор по-любому. Добывает, конечно, немедленно. Да мне супер быстро-то и не надо, в принципе. Так, аккумуляторы нужны. Еще вспомнить, где они. Хорошо, так, в тебя двух этих друзей, от которых толку нету.
А здесь, помимо тебя, мне что нужно? Продвинутая электроника, если я правильно понял, да? Сейчас надо взглянуть обязательно. Малый распределитель энергии. Вот. Мне нужно продвинутой электроники немного. Угу. И как раз у нас это уже наготовилась электроника. Так, давай сразу так вот. А ты чё, прикололась? Кремниевая пластина обычная, что ли? Промышленный пресс это у нас. Нет, угольный порошок не нужен. У нас тебе нужен. О! Угу. Чё-то я как-то не думал, что так всё тут кончаться будет. Косяк, косяк. Так, титановый порошок. Там доплавляешь. У тебя промышленная дробилка. Раздроби-ка мне, красавица. Знаешь что? Череп, блин. Эх, так, это все не ложится. Это положилось. Хотел бы узнать, куда там золотые пластины нужны запихнуть. Так, дробилка. Ну, давай ты клину сдробишь. Не сдробит. Ну, железо дроби тогда. А, это электролизер. Ой, куда это полез? Я, стоп. Вот у нас дробилка. Это ты не дробишь. Это передрабливай. Довольно-таки быстро будет. Так, здесь у нас центрифуга уже закончила работу. Тебе мы уложим сюда. Так, что у меня еще за порошок здесь? Серебряный. Его многовато довольно-таки. Давай тоже тогда порошок серебряный выложу. А то что-то как-то... Титановый. Это у нас в печку. Пусть пиндюрит. Потом серебряный засуну. Потом железного еще чуть-чуть. Все, есть. Так, прекрасно. Проводник. Ну, вроде бы на первое время не должно этого всего хватить. И делаем, делаем, делаем. Распределитель энергии создать. Далее, что мне не хватает на еще одну шахту? Стальные пластины, мелкие железные детали. О, елки. О, ладно. Z-проблем. Стальные пластины-то ладно, я еще смогу как-нибудь наклубасить. А вот... А вот с тем получается хеврот. Так. Так. Мерчант. Где у нас тут очищенный железный стальной порошок? У тебя? Нет, не здесь. Но выгнать и должно быть. Угу. Вот так вот сделаем. Что-то как-то тебя маловато реально. Так, железный пока нам не нужен, получается, нам нужен стальной порошок. Очищенный. Ты не работаешь с ним, да? Пресс у нас, потому что... Погоди-ка. Кремниевый порошок тогда долби дальше. Питок титана. Пригодится. Хорошо. Так. Что еще у нас? Рудная жила не хватает. Нам стали. Но это мы сейчас мелкие железные запчасти поднаберем. Останется только сталь. Подплавим мелкие железные запчасти. Хотя просто железо нужно, да?
Да господи, чё я постоянно тебя выкладываю? Ты же больше никто перерабатывать-то не хочет. Сколько там, по два берешь? Забудь. Предлагаю тебе вот это. Ну, этого вряд ли мне хватит, этих железных запчастей. Так, ладно, сейчас доделаем, пойдем. Не получилось. Так, ну чё. Во-первых, пошли посмотрим, есть ли там алмазы. Для начала. Я надеюсь, что они там есть. Значит, смысл подстановки вот этой всей ботвы, мягко сказать, нулевой. О боже, один алмаз, как много. Один алмаз, а нужно три. Вот факов. Ладно, будем ждать. Прошло около 15 минут, если я не ошибаюсь. Точно не уверен. Так, давай пока мне железо чекидарь. Титанчик ты тут делай. И у нас тут дробилка. Дроби давай вот эту хрень. Пошли посмотрим, есть ли там алмазики. А, да, с алмазами, конечно, блин, геморрой, мягко сказать. А нет, тю. Он тебе, кстати, закинул. Для коллекции пусть будет. Ладно. Ждем дальше. Так, до дома я добрался. Пришлось сбегать покопать. Накопал я этих алмазов дурацких. А, так, это давай мы сюда подзакинем. Ты дальше продолжай дарить свою дугу. Так, здесь у нас железная пластина сейчас доделается. Погрессики погромышленном. Питок титана. Титан весь надо перерабатывать. Так, а мы пойдем делать рудную живу. Раз, два. Даже две сделаем штучки. Так. Вот так вот. Правда, по энергии потянет только одна. Зачем я вторую сделал? Вот черт его знает. А, хороший вопрос. А, вспомнил. Погодили, здесь две вроде рудные жилы, поэтому я и сделал, да? Да. Поэтому я и сделал две их. Есть две рудные жилы, зараза. И вот теперь вопрос. Ты заработал, да. А чтобы заработал тот, нужно еще одного поставить. Так, я не понял, что это мы бегаем. Ладно, посмотрим, что у нас в шахте там накопало. И здесь алмаз уже накопало. Ну, блин. Фиг поймешь эти шахты, без бутылки тут не разберешься. Так, сколько энергии уходит? Угу. 150 суммарное потребление. Хреново дело. Погоди, это тоже что ли работает? Понял. А здесь мы тогда блин, тоже далеко тянуть.
Так, рудная жила здесь раз у нас есть. Мы туда тогда сейчас тоже генератор воткнем. Почему и нет? О, господи, понял. Вас-то откуда тут столько?